Всем привет! В Москве появится еще 4 полосы для общественного транспорта. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас расскажу более подробно. Еще 4 выделенные полосы появятся в Москве 7 октября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города. Они появятся на Новослободской, Краснодарской, Марксистской улицах и на улице Маршала Шестопалова, а протяженность каждой из них не превысит 1 километра. В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что автомобилистам и пассажирам общественного транспорта должно быть удобно передвигаться по городу. Короткие выделенные полосы вводятся только на тех участках улиц, где дорожные заторы возникают чаще всего. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!